Стая волков окружила крупного вепря. Хищники действуют очень агрессивно, стараясь укусить кабана, который, в свою очередь, принял правильную позицию мордой к противникам и старается защищаться. Очень быстро кабан понял, что нужно убегать. Таким образом, он растянул волков, которые сразу же поменяли тактику и уже не решаются нападать. Тут победа за кабаном, который храбро стоял право на жизнь.